Це дуже спокійно. Ми не знаємо ні дня, ні часу. Христос сказав: будьте готові кожну минуту. У нас навіть є, навіть Христос, іменно така притча є о 10 дівах. Что надо быть готовы со своим елеем. Елеем – это наши все добродетели. Если мы с этим не подготовимся, Христос может прийти в каждую минуту, каждую секунду. Вот я с вами говорю, и вот может Христос прийти. В том смысле, что мы должны быть готовы именно в благодетелях наших. А всякие вот эти планеты, да, это мы никто не знаем, когда это все будет. Так что не надо на этом зацикливаться, простите за такое светское выражение, но мы должны творить друг другу добро и жить в мире. Вот это я вам всем опять пожелаю. Жить в мире и в любви.